Enchanted, I'm sure. Я низвергну всю магию. Бога Морд Джаггер, не. Не-не-не. Только не это, пожалуйста. Если только играть это, если богов, то с пристами. Без морфа. Без морфа точно 100%. Либо выходить в лейт, аурена, шаманы какие-то тут сильные. Бога Тимбер сильно в первое время. А мне кажется, и потом он сильнее даже этого хапа. Да, тут, наверное, через сапог надо играть. Да, у меня дубля. Сейчас пока так будет. Так. Просто лишнее убирать буду. Люблю. Я низвергну всю магию. Нет, пока не надо. Я мехов уже не буду делать. Что мне мехи? У меня просто так без голда, скорее всего, будет идти, если я буду выигрывать. Ну да, да, Антох, есть такое. Упарываться вообще не надо. Если не фэмили лазера нету, сразу вообще не надо упарываться. Оракл имба, ребят, чекайте. Классико. Мумчик, ай, мумчик, пошел. Тротил, привет, Паш. У меня тут есть варианты, да, хорошо сыграть. Наверное. Maybe yes, maybe no. Ну теперь прям очень хороший вариант, вообще прям пушка. Я прям сильный стал. Хорошие стримы я на работу погнал, давай, Паш, хорошего дня. Оркл имба, ребят, попробуйте его добить. Добили, конечно, но а чё? Я в порядке все равно здесь. Не, он сюрикена мне еще нет. Там я намного надежнее, да? Ну не намного, но понадежнее. Доиграл. Классико. Ну еще темпер имба, я тоже думаю.
Усиление. Усиление. Просто не заметили. Просто не заметили. Пан, привет. Ну да. Все устраивает, да. Сильные стали. СВГ, да. У меня Oracle может это закерить. Здорово, Ульдар, здорово, Паш. Давай в дождик, братишка. Режем, режем. Так, ну блин, мне нужен нап какой-то очень сильный. Один из двух, да. Ценка тоже хорошо, но не настолько, да. Во, тоже хорошо. Тоже сильно, очень. Ну, билку я не поведу. Ну, если лазер будет, в принципе, я... Это мне же тут один раунд эти мага не ставлю. Когда играешь с Линой, если лазер, в принципе, белочку в богах дай ролить по кайфу. Я же бишоп лобби играю, можно душой сыграть. Можно и тимбер, и белочку собрать тут, на самом деле. Троечку. Со зрителями я просто с крипом залетел. Я играю просто сейчас, ну, апать буду аккаунт. Да. Ну, тут все просто, я выигрываю, если не лазер, я это продам. Куриона БХ возьму. Если лазер, то могу упороться именно в этот билд. Ну, чисто по фанчику. Если лазер, то это вообще продам. Да. Ну, вот это получается. Ну, что тоже продам, то что хаб будет играть, что ролится будет. Просто вопрос, какой фанта надо будет делать, или демов? Да. Лазера нету, ну, не надо. Скорее всего, рипер буду брать. Новое плавание. Ну, первое время, на самом деле. Так сыграть на первое время. Он тоже под богами этот. Ну, я хумов поставлю, только там левел хороший наберу. А что я его не набираю? У него не урон, у него хил у Оракла. Либо Марси капнуть.
Любой ап, Цемка, Марс, Имбер очень сильный стал. Так просто через левел я играю. Вроде сильно, но... Мне нужно как-то понять, насколько это сильно. Его дождь не дамажит, он хилит. Ох, меня дефнули. Через лазер уже волны не играет. Причем он почти сбил ему стрел. Орка поставил, да. 4 орка, если без демеджа, это очень слабо. Когда играешь с Линой, играешь с огнем. По идее. God of War! 28. Вон. Матерь всего зла. По идее очень слабо. У меня Оракл всех захилит. Просто как только у меня 7 левел будет, я буду этих ставить. Я немножко опоздал. С дождем. Дальше нормально. Он еще живет, да. Фараончик, привет. Блин, жаль, что его успели сбить. То есть, наверное, ну он еще выиграл, мне казалось, ладно. Да, упарываться не будем. Следующий ход просто хумов поставим. Он сейчас зашел. Либо я к нему сейчас. Потом потяжелее будет. Ну вот, сейчас проверим, насколько я тут выигрывал. Чем призывают, призывают. От Оракла. Оракла у меня все делает. Все, что надо, должен делать. Я бы стрик уверенно сбил. Чуть не повезло. Это Хьюстон, объясните, что происходит? Хьюстон, у нас проблема. Да это здорово, но и проблем. Узри бич Айстрика. A mixed blessing.
Белка, наверное, уже не нужна. Бурда-то посильнее будет. Я просто у нее заберу ставчик. Остальное это мне нравится. Новое плавание. Уже дальше, ладно, там. Стрик сбили, так доиграю. Вот таска никуда, потому что у меня ворог сильный. Это ворог просто дун пережить, все хорошо будет. Оракл вообще сильный. Если у вас против вас демеджа нет, он уже всех захилит. Очень изи. Снял и здорово. Классико. Здорово, Миш. Даже мы Кримсом пробиваем. Ну не успели пробить, конечно, но... Да, ну чуть-чуть не хватило. Полсекунды не хватило. Там лука. Что могу сказать? Тоже дом, да, это дом. Уже сильно. Арки шамана. Да, я вообще не пробиваю, к нему захожу, когда он дома вытащил. Главное, ему стрик не подарил, да я ему не мог подарить мишки, как я мог подарить стрик. Слабее меня бы. Вообще не главное. А, этот у меня изи деф. Классико. Классико. Атакер, привет. НЛЕ, привет. Блин, вот это он, конечно, кунку пробил сильно. Увереннее было. Боги-то, кстати.
Классико. Эра-менеджер, привет. Так. Уже 9 эльфов. Волыня. Не знаю, кто так делает, но ладно. Тут жестко. Прям чересчур жестко на самом деле. Леон, ну. Леон всю ману забрал. Они 17, 9 эльфов. Первый раз мне урон закинули. Он слабый. Так-то он слабенький. Мы дальше будем как-то эту игру играть. Вопрос как? Ну, брутку я заменю же, да. Я посмотрю, может у меня котел будет какой-нибудь. 9 эльфов. Так он жесткий на самом деле. На такой стадии. Собрался. Потом. Восьмой левел есть почти. Не почти девятый, но девятый близко будет. Еще посидим. Анур, ты не разевать! Адмирал на борту! Благодарю тебя. Либо это Урена вставлю. Это я точно беру. Либо снова Бруду. Давай снова Бруду поставим. Следующий ход я, наверное. Еще левел скоро подравляться. Да, я сейчас буду душить. Ну блин, ладно. Сейчас бишь в лобби пусть играет. Сейчас я буду еще бишь в лобби, да? Да, ребят. Персонал. Душить, за что? Я передумал на один раунд, все равно я поставлю. Так, один раунд я поставлю. Моя ща. Следующий ход я уже без хумов, у меня кунка под богами будет. Просто я на следующий ход хочу фул богов сделать. Банна гров вполне хороша. Кримсон, ну этот Кримсон я уже не побеждаю, да? Второй раз не побеждаю. В прошлый раз я его флаб добил. Я кунку в три.
Мать твою могилу никогда не найдут. Ровно так будет. Блин, вода такая, кстати. Хорошая. Вода такая хорошая, но мне ее брать не хочется. Теперь хочется, теперь хочется. Я в богах сейчас очень сильный буду. И продам я тоже игру сделать, может. Шейкера можно продать. О, дорогого. На самом деле. А так плюс, допустим, я могу из доброты пока кого-то еще закинуть, но мне кажется, брода очень хорошо. А футболков пока вот так сделаю. Мне нет смысла тут на хумах стоять сильно. С сильным столом намного интереснее тут стоять. Дум мне не нужен по итогу будет. Ассасин дефает. Страшно. Я просто кунку в тауранах соберу. Опы нету, да. Потом тупларка может и не играть. Если только соберется там бесплатник. У меня нормальные же шмотки будут кунку. Хорошо, я бы сказал. Но на всякий случай, если импарь будет сильный, тоже можно вот это подбирать. Куда я поиграю? Так, так, так. Беру пока что. Твою могилу никогда не найдут. Могу догон сделать, могу сделать тридент. Enchanted, I'm sure. Могу еще один аркан сделать. Потому что так надо. Классико. Потому что так лучше, поверь.
бумаг, что это хочешь, чтобы я хп терял или что, никого не пробивал. Ты так даже больше голды заработаешь. Выгоднее сыграешь. Тритент не... А, ну тритент против мипа хорошо. Что Family еще максимально так реализую. Ну, это слабо для меня скоро будет. Анур, ты не развивать? Адмирал на борту. Благодарю тебя. У нас уже 4 бога, в принципе, уже сильно стал. Селяться. А Марквард есть у нас. Это 2 кунки уже как минимум есть. Конечно, Орк Лайбов 3, ситуация при ситуативном. Я, ну вот, кстати, Эльфай от Ридента. Ну, 30 раунд еще подролюсь. Это новые иконками порежет, да, по-моему? Раньше они по-другому выглядели. Хлопец, привет! Микро громче, да не буду я громче микро делать, ребят. Как ты хочешь, чтобы я его сделал громче? Что ты от меня хочешь постоянно? Ты же слышишь у меня звуки клавиатуры или нет? Сообрази головой своей. Надо тебе это или не надо? Новое плавание. Enchanted, I'm sure. Ваш бог явился. Не слишком много богов не пойдет в Оракл куда-нибудь. Просто в рынок поставим.
душный такой. Да мне надоело просто. Пристальное внимание богов. Я вопросы какие-то? Может свести с ума. Корнева, да? Там был стон какой-нибудь, может быть. 50-й левел мне может сам Рипер сделать. Ребята, я даже могу не жать кнопки, на хумах могу не стоять. И так все четко будет. Новое плавание. Я бы на самом деле инвокера тоже хотел сделать. Точнее, дальше подбирать. Элдера не хочу. Инвокера хочу. Как кто знает, может и Элдера нужно. Там монополия. Три кого? Я вижу, знаю. А, у меня еще и засор, я победил. Сейчас я к нему приду. Сейчас он к нему пойдет у меня. Вот у меня почти это экспо-сама. Сама дошла. Эта форма подойдет. Enchanted, I'm sure. Ты не развивать, адмирал. Сейчас Трикс убью, у меня сам левел будет просто. Сейчас левел сам от 50. Вон все вопросы. Нет, ребят, вопрос. Так. Да, сейчас он кайфанет. Так.
Адмирал жесткий вообще. Магов закрыть, курки бусик. Люблю можно? Зиму. Так, магов закрыть, это чем? Цемку поставить вместо него. Три собрать. Поставим. Всем привет, привет, Дань. Благодарю тебя. Ну, без магов тут надо. Есть.